Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 10 июля. Наши бабушки и дедушки в этот день, по приметам, судили о грядущей погоде. Стрекоза летит рывками, сильно шурша крыльями. К непогоде. Коль пчелы обозлились, впереди засуха. Град может быть, когда появляются крупные кучевые облака наподобие воронки, то есть расширяющиеся с высотой. А какая же погода ждет нас завтра, 10 июля? Сейчас я вам об этом поведаю. В поселке Палкин-Водопой Краснозерского района Новосибирской области плюс 27. Жарковато. Благодать испортит дождь и, по прогнозам синоптиков, сильный. В деревне Водомерово Заволжского района Ивановской области воздух прогреется до 21 градуса. И там без осадков не обойтись. Только не расстраивайтесь. Послезавтра отдохнете от осадков. На хуторе Водокачка Северского района Краснодарского края аж плюс 32. Но это и не удивительно. Эх, заскочить бы к вам в гости на недельку. Под солнышком понежиться. В селе Водопойное Черноморского района Республики Крым за окном плюс 29. Там уже несколько дней ни одной дождинки не выпало. Здорово, правда? А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь, да хранит вас Бог.